С инициативой проведения мероприятия к руководству школы обратились представители юридического института. В планах проведения совместных научно-практических конференций и круглых столов. Кроме того, школьники смогут посещать с экскурсиями учебное заведение, где обучаются будущие служители правопорядка. Также будет вести совместная работа по недопущению совершения преступлений несовершеннолетними. Главная цель сегодняшнего мероприятия – профилактика правонарушений среди подростков. Важно, чтобы дети знали законы страны и повышали свою правовую грамотность. Необходимо воспитывать в детях чувство патриотизма и любви к родине. Этим направлением в школе уделяется особое внимание. Мы регулярно проводим рейды по ночному городу. Следим, чтобы несовершеннолетние не ходили без сопровождения взрослых в позднее время суток. Не посещали увеселительные заведения. В рейдах принимают участие классные руководители, администрация школы и родители детей. Также проводим активную разъяснительную работу со школьниками. В школе планируется в следующем учебном году открыть первый в регионе кадетский класс. Подготовительная работа будет вестись в течение третьей и четвертой четвертей. Организуются встречи с родителями. В первой половине дня дети из кадетского класса будут обучаться по общеобразовательным программам. После обеда будем изучать уставы, законы, строевую подготовку будем проходить. Будем обучать патриотизму молодое поколение. Кадетский класс открывается для того, чтобы в дальнейшем привлечь молодых ребят к обучению у нас в институте, в дальнейшем служить, чтобы они служили в органах внутренних дел. В завершении встречи между руководством школы и юридическим институтом был подписан меморандум, который направлен на открытие кадетского класса и в целом развитие двусторонних отношений. Николай Сырбов, Жанадиль Сагиев, телеканал Актобе.